Вышли из Рамада Анталии, идем в сторону торгового центра Марк Анталии через парк. Как я уже говорил ранее, в Турции очень красивые, красиво оформленные парки. Много зелени, тренажеры стоят заниматься. Красота, ароматы цветов, зелени. Да. Вниз спускаться неудобно же. Вот там уже море. Здесь сквер продолжается. Кошечки гуляют. Аня в сторону. Пальмы. Красота. Здесь отдыхают собачки хорошие. Ну, ты мой хороший, хороший. Ну и помимо собачек, также и простые люди тоже могут себе позволить лечь отдохнуть. Очень хорошо. Лежат, отдыхают, читают газеты, книжки. Очень хорошо. А вот там за парком находится российское консульство. Покидаем зону парка, парковую зону, выходим из нее. Площадь, тут вот такой вот водовоз, можно открыть, набрать водички. Оп, и полилась водичка. Вот такой вот водовоз, водонос. Молодежь местная, полиция. Все очень хорошо, спокойно, тихо. Красота. Красота кругом. Все очень красиво. Охрана охраняет порядок. Там выход на море. Кафешки. Кафешки вообще в Турции практически на каждом шагу. Магазины, кафешки. Это здесь с избытком. И если днем они практически пустые, то вечером здесь не будет свободного места. Все это будет занято. Все это будет кипеть, бурлить. Народ будет отдыхать. И народ местный в кафе сидит спокойно, играя в нарды и попивая чаек. Берут себе один чай и пьют его часами. Здесь государственное заведение. Ну, вот так вот. Идем. Вот мы из парка выходим на улицу Ишиклар, да? Это улица Ишиклар ранее, не помнишь? Вот здесь вот. Все кафешки, за кафешкой идут. Здесь начинается улица в Калиичи. Через эту улицу заходят в Калиичи. Мы свернули на улицу, ведущую в Калиичи.
Но в Калеичи мы пока не пойдем, а мы заглянем вот в этот вот магазинчик. Studio Tattoo and Piercing. Розы. Такие вот розочки растут. Такси проезжают. Вот такие вот тут крутые байки разрисованные. С таким вот шлемом. Классно. Ну а здесь мы посмотрим, какой товар тут у нас. Сомбреро. Бейсболки. Футболки. И вот мы проходим внутрь. Мераба. Ютуб. Ютуб канал. Ага. Снимаем. Good. Thanks. Вот так вот тут. Красиво, аутентично. Интересные вещи продаются. Проходим по улице торговой, центральной улице. На две полосы разделена пальмами вот такими высокими, и фонтан посередине проходит. Проложена велодорожка, на нее автомобилям запрещено заезжать. Очень большие штрафы. Полиция курсирует, контролирует все. Здесь вот такая растительность высокая. Деревья мандариновые, апельсиновые. Зимой будут увешаны плодами. На каждом этом дереве будет очень много мандарин, апельсин. Вот такие пальмы, дома. Вот велосипедисты проехали. Вот снова видит велосипедист. Такси. Здесь все такси желтые машины, специальные Uber, и подобного Uber здесь нет. Транспорт. Стена древнего города Калеичи, древняя крепость. Это как все едет. Такая стена. Это проезд на Калеичи, проход в Калеичи. Кафешки. Турктахваси. Кругом магазинчики, магазинчики, магазинчики. Вот очень красиво оформленное кафе. Посмотрите, как здесь красиво. Цветы, кактусы. Как сделаны хорошо оформленные столы. Зонты, навесы. Очень красиво сделано. Проход или с этой улицы, или изнутри из Калеичи. Вот
Свежевыдавленные. Бургер. Хоммейд. Спасибо. Бургер Кинг на той стороне. Макдональдс. Фикусы. Очень много растительности. Из этого идти легко с ружьем. Кругом деревья, дающие прохладу. В этот свой день и час. Мы идем, кстати, время 16:00. 16 часов дня. Пик жары, но в кронах деревьев прохлада. Поэтому тут так много отдыхающих людей. Мы подходим к центральной части Калиичи со стороны города. Ворота Адриана. Историческое место. Древние стены, башни, которым более 2000 лет. Самим воротам тоже так же примерно 2150 лет ориентировочно. Напротив находится мечеть. Вот такие вот здания, дома. Курсирует современный транспорт, автобусы с кондиционерами. И также в салоне расположены на поручнях зарядки, USB-зарядки для мобильных устройств. Это говорит об уровне развития общества, об уровне заботы о простых гражданах. Группы туристов из Китая. Полиция. Все едут только по своей части. Никто не заезжает на велосипедные дорожки, кроме мопедов. Семит-сарай, кафе, дворец семитов. Снова едет автобус. Общественный транспорт очень хорошо развит. Постоянно курсирует автобус. Зираат Банкасы. Халкбанк. Это вход в Калиичи очередной, мечеть. Ну а мы продолжаем наше путешествие по этой улице торговой. Куинджилук. Кебаб. Завлекают, зазывают. Драгоценности.
ювелирные. Парфюмерия, кафешка снова. Торговый центр. Фуафор Мустафа. Парикмахерская Мустафы. Энд Мехмед Гювен. То есть основной Мустафа и его помощник Мехмед. Вот такие улицы. Вот так вот мы идем. Фула проходим. И все ближе и ближе мы приближаемся к Марк-Анталии. Велосипедная дорожка большая. Вот такие вот кроны деревьев. Уже какие-то плоды есть. Люди сидят, отдыхают в кафешках. Вот это древний магазин Чарши Базар. Сделан в здании бывшей мечети. Раньше в этом месте была мечеть, потом ее переделали. Или даже, может быть, сауна, баня местная турецкая. Хамам. Точно не помню. То ли мечеть, то ли турецкий хамам в этом здании раньше был давно. А может быть, одно за другим поменялось. Но сейчас это Чарши Базар. Там лучше. Вот такая вот площадь, красивые деревья, прямо лоснятся. Турктелеком, Олд Базар, старый базар. Но, честно говоря, там особо делать нечего. Цены там высокие достаточно. Этот базар для туристов. И там особо нечего делать. Местное его особо. Нераба. Спасибо. Спасибо. Да. Вот свежие соки делают. Нераба. Вот мы вышли на площадь Аталия, или как правильно его сказать. Здесь фонтан. Вот такой вот фонтанчик играет. Работает круглогодично, потому что в Анталии как таковой зимы нет, даже в самое холодное время плюс 10-15, и вот такие струйки тут бьют. А вот непосредственно сам Аталий, если я правильно его называю. Старые крепости, мечеть и там море. А мы идем дальше в сторону Марк-Анталии. Заходим в следующую пешеходную улицу. Здесь жизнь бурлит. Здесь всегда народ отдыхают, продают, покупают, гуляют. Вот такие дворики. Вот так вот мы идем. Подходим к ювелирке. Продолжаем наш путь в сторону Марк-Анталии, торговый центр. Все, идем дальше. Курс 6 лир за доллар. 6 лир за доллар и 6,7-6,8 за евро. Двигаемся дальше.
Здесь у нас светофор. Все, зеленый, идем. Сегодня у нас, сегодня какое число? 24. Сегодня 24 мая. На улице очень жарко. По крайней мере, достаточно жарко для нас, для приезжих людей. Симуты продают. Вот такие собачки ходят. Вот еще такой вот ходит песик. Кругом обменники на каждом шагу здесь. В этом промежутке кругом одни обменники. Кукуруза. Нет, потом на обратном пути. Каштаны. Здравствуйте, мираба. Спасибо. Нет, пока нет. Кула. Сандрас кафе. Вот такой фонтанчик сделан. Цветочки. Сибуты. И сейчас по окончании этой улицы мы выйдем к торговому центру Марк Анталия. Вот такие тортики. Все по 10 лир, по 15 лир. Аптека. На обратном пути зайдем. Гарантий банк. Фонтан. Есть. Мы же Мустафе не взяли шоколад. Ну ладно. Оставили шоколад в номере в чемодане. Купили бабаевский шоколад специально для презентов нашим хорошим турецким знакомым, друзьям. И забыли, оставили в чемодане. Ну, в следующий раз заберем, принесу. У нас здесь еще больше недели находиться именно в центре Анталии. Полис, полиция. Фуршо Данер. Слово фонтан. Яб Креди. Банк. И сразу за ним Зирак. Катылым. Зират Катылым. Здесь вот такие здания, дома. Все. Мопеды. Велосипеды. Эфкур. Катон. Флаги с Ататюрком. Вот, видите, флаг с Ататюрка. Большой. Наш Кирюшка спит. Он снова купает малыш. 30 лир. Маленький флаг стоит 30 лир. Ну да, конечно, это же для туристов тут. Да.
еще 330 рублей не фиксирую. Мне кажется, недорого, нормально. 150 рублей, не больше. Да нет, дороговато. 150 рублей. LC Вайкики, де-факто. Ну, как-то тащить, как факт, особо хочется. Велосипеды. Мопеды. Скутеры. Итак, мы выходим с этой улицы, здесь парк, там мечеть за парком. Сейчас будем пересекать дорогу. Пока нам никто не уступает, все едут и едут. Никто уступать не хочет. Мерседес нам решил уступить. Еще дома девушки. Едем дальше. Идем дальше, конечно же. Бургер Кинг. Эйчзане аптека. Маечки, трусики. Замечательно. Кошелечки, помадки. Хорошо. Итак, вот Синита, а вот он наш торговый центр в Аркантале. Современные трамваи тут ходят. Флаги. Вот такие современные трамваи ездят в Анталии. Некоторые люди их местные называют метро. Но на самом деле как состав единое целое, состоит из нескольких вагонов, единым целым. То есть можно проходить вдоль от начала до конца. Внутри кондиционеры, зарядки, USB-зарядки для мобильных устройств, оплата картами, пластиковыми картами или по телефону, с телефона. А вот непосредственно Анталия карт. Вот здесь вот можно класть деньги на карту для проезда на общественном транспорте. Вот такие вот ходят турки. Наш Кирюшка все спит и спит. Вот так красиво здесь все сделано. Зелень, кафе. Вот тут вот все. Да. Здесь дают кровь. А это Талия шоп. Здесь продаются футболки, спортивная символика турецкой футбольной команды. Сатиш, вот так. Фонтан, вот опять современный трамвай, метро. Вот такая вот площадь. Наверху зелень, на террасе торгового центра. Красиво все сделано, красиво оформлено. Итак, мы заходим внутрь торгового центра.